Всем привет! Ребят, по названию видео вы поняли, о чем будет идти речь. На днях я чисто случайно решил посмотреть советский фильм и наткнулся на этот. Мужчины есть мужчины. Сюжет этого фильма очень прост. Мальчишкам 6 Б-класса однажды надоело выслушать упреки по поводу баловства и лени. И ребята поклялись друг другу в том, что не только станут победителями всех предстоящих соревнований, но и докажут всей школе, а главное, своим девчонкам, что на них всегда можно положиться. То, что я видел в этом фильме, меня просто поразило наповал. Я никогда не думал, что я увижу этот фильм, снятый в Припяти. Я всегда думал, что фильмов, снятых в самой еще живой в Припяти, просто нету. Но это не так. В начале данного отрывка мы видим, как ученики выбежали в коридор школы. А это школа номер 2. Когда-то раньше в этих коридорах был слышен детский смех, а сейчас только мокрые и холодные стены. Сразу же после этой сцены мы уже видим, как учитель с классом вышел на улицу. И сейчас я остановлю кадр, и давайте на него посмотрим. Внимательные зрители моментально увидят жилой дом, а справа есть здание. И это бассейн Лазурный. Тот самый Припятский бассейн, где когда-то учились плавать дети или взрослые, после трудного рабочего дня приходили сюда отдохнуть. Но сейчас бассейн пустой, и сюда больше никогда и никто не придет искупаться. Если кто-то не верит, что это Припять, то вот вам еще доказательства. Вот буквы на крыше бассейна. И вот дом. И действительно, если мы посмотрим на карту Припяти со спутника, то позади бассейна есть дом. Вот такой формы. А если мы посмотрим на фото, то мы в этом убедимся. Еще в фильме можно увидеть школу номер 3. Вот так она раньше выглядела. После увиденного мне на душе как-то холодно. Вот представьте, 1985 год. За год до аварии на ЧАЭС снимали этот фильм. Никто даже не думал, что через год абсолютно все покинут этот город. И больше сюда никто не вернется. Для меня это просто что-то с чем-то. Неожиданно было увидеть фильм, снятый в Припяти. Вот просто неожиданно. В общем, ссылочку на данный фильм я оставлю в описании под этим видео. Кто захочет посмотреть, прошу к просмотру. А на этом видео, пожалуй, закончу. Всем спасибо за просмотр. Если это видео вас чем-то зацепило, то просто сделай репост этого видео и напиши комментарий. Всем пока.